На финальную стадию вышли работы по модернизации водоводов Твери в рамках федерального проекта «Чистая вода». Это один из ключевых для города объектов, который обеспечивает жителей питьевой водой. В данный момент после прокладки новой трубы на всех участках подрядчик восстанавливает благоустройство. Это одна из основных территорий в жилом секторе, которые находились в зоне работ за Тверецкий бульвар. Прокладка новой нитки водовода на 800-метровом участке от улицы Туполева до Третьяковского переулка на сегодняшний день успешно завершена. Стройплощадка снова становится похожей на бульвар. А под землей теперь новые трубы, которые обеспечивают питьевой водой 97% жителей всего города. В настоящее время на данном участке Затверецкого бульвара работы по прокладке водовода завершены. Сейчас ведется восстановление благоустройства. Вот видно, что завезли плодородный грунт, будет посеяна трава здесь. Ведется чистка асфальта, будет восстановлено асфальтовое покрытие. Улица будет приведена в нормальное состояние, даже в состояние лучше, чем до прокладки водовода. На всех отрезках, где труба проходит по жилым кварталам, благоустройство идет в полном объеме. Особое внимание уделяется сложным участкам. Так, на проезде Кутузова из-за особенностей грунта при прокладке трубы была повреждена проезжая часть. Сейчас подрядчик завершает восстановительные работы. Из-за того, что грунты сложные, в процессе производства работ было несколько повреждений. Эти повреждения мы восстановили, засыпали. Сейчас готовимся к полному благоустройству проезда Кутузова. Мы в тесном контакте с жителями, оперативно реагируем на каждый запрос, на каждое предложение. Любой ущерб, который был причинен нашими работами жителям, мы будем компенсировать, либо восстанавливать. На сегодняшний день работы по модернизации водовода в Твери завершены на 85%. Благоустройство территории уже восстановлено на участках общей протяженностью свыше 2 километров.